Спасибо, Келли. Хочешь? Круто выглядишь. Ты думаешь? Спасибо. И кто этот счастливчик? Не поверишь. Райан. Райан Лютер? Да. Он пришел сегодня на массаж, и мы подружились. А потом он пригласил меня на ужин. И я согласилась. Отлично. Разогрей его. Расскажи о нашем плане, поговори об инвестициях. Я его едва знаю. Я не хочу просить у него денег. О чем ты? Райан — рисковый предприниматель. Занимается капиталовложениями. Ему эта идея понравится. Без сомнения, ты умеешь ладить с людьми. Прости за прямоту, но времени у нас нет. Если мы хотим осуществить нашу мечту, нам срочно нужны деньги. Извини, но я не могу использовать людей, как ты. Тогда зачем ты идешь? Не знаю, Джордж. Он женат, ты в курсе? В курсе. Так чего же ты хочешь? Перестань. Мы только поужинаем, как друзья, ничего более. Удачного вечера. Ты мне позвонишь? Увидимся завтра. Боже, не верится, что уже так поздно. Я должна идти. Келли, это был замечательный вечер. Ужин был изумительный. За разговором я совсем забыла о времени. Я так привык к тебе. Просто невероятно, что малознакомый человек может так нравиться. Я знаю, о чем ты. Ты не знаешь, как мне хочется, чтобы ты предложила мне зайти, обнимать и целовать тебя, заниматься с тобой любовью. Но я должен уехать и думать об этом. О тебе. Это хорошая идея. Это грустно, но именно так нужно сделать. То есть я не хочу нагружать тебя своими проблемами. Мне нужно увидеть тебя еще раз. Ты знаешь, где меня найти?